лягушка. Козочка? Нет. Толстая лягушка. Что там за животное такое? Два слова. Два слова? Она второе слово мне говорит? Она первое и второе. Две буквы всего в этом слове, что ли? Толстая лягушка. Всем привет! Вы на канале Мисс Элис, и сегодня мы с моим папой снимаем шоу от ютубера! У нас сегодня челлендж супер-пупер. Папа уже сидит в наушниках, типа у него что-то играет, но ничего не играет. Ага. В моей голове. Он тут уже заказы делает, что должно играть. В общем, сейчас начинает Алиса. У нас здесь есть мисочка с бумажечками. На них написаны словосочетания, либо какие-то слова. А это что за бумажечки? А это потом тебе. А, это то, что ты, да, то, что ты будешь говорить Алисе. Ага. У нас по 5 бумажечек. У нас по 5 бумажечек, там либо 5 слов, либо 5 словосочетаний, ну, неважно. Алиса, что ты жуешь? Витаминку. Ну, да. Давай дожевывай, у нас сейчас будет тест. Мы попробуем, чтобы папа ничего не слышал. Правда, он сейчас же будет обманывать. Нет, я дай зайду в свою папку. Папа там определенную музыку себе хочет. Ну, конечно, я хочу себе... Тут Алиса, следи, чтобы он не это, не жульничал. Я тебе отдам, я только в папку зайду. Давай, доставай. Да ты можешь по очереди, папа все равно не знает, что там написано. Ты, главное, ему не показывай. Ладно, мы сделаем по-другому. Папа, музыка закрыта, папа... Вот, все, папа включает себе музыку. Так, давай сначала пока не то, что на бумажечке написано, просто любое слово папе скажешь, мы будем смотреть. Ну, так, на самом деле, надо... Любое слово, да? Сначала любое же? Да, папа, ты по губам должен смотреть. А оно же говорит? Тихонечко говори. Тихонечко говори любое слово. Бабочка. Ты услышал что-нибудь? Я? Бабочка. Бабушка? Нет. Бутерброд. Бутерброд. Я не понимаю. Бутерброд. Там длинное слово. Бутерброд. Еще раз. Бутерброд. Бутерброд? Да! Ура! Два слова. Поняла? Ага, поняла. Два слова. Веселый. А? Веселый. Весела. Веселый. Песик. Веселый. Веселый. Да. Второе слово. Пончик. Веселый котик. Пончик. Пончик. Пончик! Пончик! Молодец! Вкусная конфетка. Вкусная конфетка. Я не понимаю. Вкусная конфетка. Не, говори внятно. По слогам. Вкусная конфетка. Фу-фу-фа-фу-фу-фа-фа. Вкусная конфетка. Говори по слогам, типа как бутерброд, чтобы я понял. Вкусная конфетка. Там стих какой-то. Говори еще раз. Вкусная конфетка. Начинается фу. Почти. Вкусная конфетка. Вкусная конфетка. Там очень длинная. Там два слова скажи. Там два слова. Что? Там два слова. Я все равно не слышу. Покажи ему два слова. Два слова.
Тихо, первое слово. Вкусная. Кофточка. Бубочка. Бубочка. Вкусная. Курточка. Вкусная. Почему? Мне кажется, что фуфочка какая-то. Вкусная. Не ори на меня. Вкусная. А что ты на меня-то смотришь? Я ничем помочь не могу. Вкусная. Булочка. Вкусная. Фу. Фа. Первое F. Нет, вообще холодно, да? Вкусная. Уточка. Губочка. Губочка. Там буква У есть. Так. Вторая? Нет. Нет. Вкусная. Трубочка. Покажи папе. Ну ладно. Что-то Ф, В. Да, В. Да, 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 В. Да. Вубочка. Нет. Бабочка. Бабочка. Нет. Покажи папе. Вкусная конфета. Два слова. Поняла, два. Да, слова. Потише говори, чтобы она не услышала. Летающая. Летал? Почти. Летающая. Летающая. Сосиска. Сосиска. Она слышит тебя. Ты слышишь, что ли? Ты слышишь? Нет. Да, она слышит, она отвечает тебе на вопрос. Летай. Подожди. Нет. Два слова, говоришь одно? Слон. Не поняла? Слон. Подъем? Слон. Горгон? Слон. Дракон? Слон. Слон. Еще раз. Слон. Дракон. Кот. Слон. Лохот. Это кто такой? Лодик. Слон. Годик. Лон. Людик. Слон. Лё. Слон. Слон. Да. Танцует. Зубы. Танцует. Ломучий. Тан. Ленивый. Танцует. Хороший. Танцует. Болючий. Танцует. Растущий. Растущий. Танцует. Не поняла? Танцует. Лолучий. Танцует. Откуда она эти слова берет? Летающий зверит. Танцует. Хочуха. Танцует. Тан. Туман. Танцует. Карапуз. Танцует. Смотри на папу. Танцует. Танцует. Охотучий. Тан. Летучий. Танцует. Танцующий. Да, ну почти танцует. Толстая лягушка. Толстая. Не понял. Смотри на меня.
Толстая. 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 Еще раз. Толстая. К первая. Толстая. О первая. Облачко. Нет. Толстая. Холодно. Холодно. Толстая. Стол. Толстая. Вкусно. Толстая. Солнышко. Толстая. Толстая. Доченька. Толстая. Первая С. Нет. Толстая. 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 Лодочка. Лодочка. Толстая. 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 О, первая О. Не О. Вторая О. Гласная? Вторая О. Второе слово? Нет, вторая О. Да. Толстая. Толстая. Еще раз. Толстая. Лодочка. Корова. Толстая. О, близко, корова, близко. Что ты говоришь? Корова близко. Говорит, корова близко. Что? Она говорит, корова близко. Корова близко? Да. Коник? Нет. Лошадка? Толстая лягушка. Толстая козочка? Лягушка. Нет. Козочка? Толстая лягушка. Это животное, да? Ну да. О, да? Что? Да, это животное. Или козочка. Да, это животное. Это животное, я понял. Толстая. Животное на вторую букву О, да? Нет. Поросенок. Нет, не поросенок. Нет. Толстая лягушка. Толстая лягушка. Козочка. Нет. Толстая лягушка. Что там за животное такое? Два слова. Два слова? Она второе слово мне говорит. Она говорит, первое и второе. Две буквы все в этом слове, что ли? Пойму. Толстая лягушка. А она два слова мне говорит сразу. Не надо два слова. Толстая. Но слишком тяжело для меня. Толстая. Я тоже тебя люблю. Толстая. Лошадка. Толстая. Собака. Собака. Кошечка. Нет. Не кошечка. Толстая. Она существует, это животное? Да. Еще как. Я его видел? Да, я думаю, да. Его все видели. Толстая. Толстая. Это козочка. Это козочка. Нет. Толстая. Я не могу. Толстая. Мне кажется, это уже все. Ну да. Подожди, давай второе слово. Давай второе слово попробуем. Лягушка. Лягушка? Да! А первое животное? Нет. Первое не животное? Нет. Почему мне говорит? Первое слово толстая. Лодочка. Толстая. Толстая. Папа, тогда меня смогла. Лилия. Лодочка. Нет, второе слово какое? Второе слово лягушка. А первая? Лягушка толстая. Где? Надо как? На чем-то. Нет, какая? Я не понимаю, толстая. Что ты говоришь. Толстая. 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 Толстая.
Толстая. Море. Река, речка. Толстая. Жаба. Толстая. С первое, что? З. Толстая. Толстая. Да! Да! Не прошло и получаса. Алиса. Алекс. Алиса. Алиса. Да. Да, Алиса. Да. Пора. Пала. Пора. Балалаха. Пора. Упала. Пора. Пола. Пора. Пора. В. В. А? В. Бык. В школу. Да, все верно. В школу. Да. Ура! Молодец, Алиса! Вонючие носки. Ты мне сразу два слова не говори, говори одно. Вонючие. Вонючие. Вонючка. Почти, да-да-да, почти. Ваня. Какие? Жук-вонючка. Нет. Вонючие. Вонючий. Е. Вонючие. Да. Вонючие. Носки, да. Наверное. Да. У-ху! Молодец, папа. Ну что, друзья, вот такой у нас был веселый сегодня, да, челлендж. Очень. Мама вообще от души похохотала, так что простите, если камера очень сильно скачет. Ну что, давай прощаться, лисенок? Да, всем пока! И подписывайтесь на наш канал, всем пока-пока! Ставьте лайки! Ставьте лайки!